Всем привет, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предложить БДМ-очку. Барана дисковая. Вот прям показываю. БДМ 3.6 на 2. Соответственно, то есть это 3.6 захват. Это двухрядный с прикатывающим катком. Прикатывающий каток я вам показываю, также демонстрирую. Обратите внимание. Кстати говоря, многие искали и спрашивали, а есть ли у вас в наличии, чтобы колеса средние, да, то есть они были уже ширины захвата. Да, конечно, вот, пожалуйста, у нас уже есть. Рама четкая, рама неведенная, сварных швов нигде нет. Ну, вообще, то есть без вложений. Единственное, что вот сделали, соответственно, там крепление, да, вот эту ручку, все. Больше из сварных швов здесь ничего нет абсолютно. Диски в отличнейшем состоянии, показываю. Ну, не в отличнейшем, вернее, а в отличнейшем БУ состоянии. Потому что, прежде всего, это техника БУ. А, конечно же, наработка есть. Но наработка, ну, так скажем, незначительная. То есть, в любом случае, еще можно работать, ну, как минимум, сезон-два, это точно, в зависимости от почвы. Поэтому обращаю вашему вниманию, диски все поменены. Ой, диски, господи, прошу прощения, подшипники поменены. Вот, диски, соответственно, ну, они уже бэушные, это можно заметить. Вот, так что, кому необходимо, обращаемся, у нас уже все есть. Вот, абсолютно в рабочем, я говорю, в отличном состоянии. Обращаю внимание, что, да, есть, соответственно, там цилиндр крепления, за счет которого мы можем увеличивать давление, да, то есть изменять глубину, непосредственно глубину обработки. То есть вот данной конструкции... Мы крутим, соответственно, да, и колеса либо поднимаются вверх, либо опускаются вниз. Вот, и за счет этого глубина также изменяется. Прикатывающие катки в том числе регулируются вот этим вот винтом. Да, соответственно, берем. Ну, сейчас все настроено так, как желал фермер, так, как необходимо ему для его земельного участка. Поэтому ждем звонков.